Начало блокады. На карте боевых действий лето-осени 41 года заметно, что на Ленинград, второй по значимости город Советского Союза, наступала финская армия Север-Запада и группа армий Север со стороны Эстонской ССР. В начале 41 года в городе проживало около 3 миллионов человек, из которых 565 тысяч было занято в промышленности. В нем также действовало около 300 учебных заведений и НИИ. В ходе боев в августе 41 года на Лужском рубеже командованию Красной Армии удалось сорвать попытку немцев сходу штурмовать город. Противник был задержан на несколько недель. К концу лета городу также был переброшен Балтийский флот из Сталина. Это позволило к началу сентября создать плотную систему ПВО. Организацией обороны города руководили адмирал Трибуц, маршал Ворошилов, генерал Жуков и первый секретарь обкома и горкома Жданов. Впервые Ленинград был обстрелян немцами 4 сентября 1941 года со стороны занятого ими города Тосно. Кольцо блокады площадью в 5000 квадратных километров замкнулось 8 сентября после захвата войсками группы армий «Север» Шлиссельбурга. В этом кольце оказалось 4 армии Ленинградского фронта и Балтийский флот, 500 тысяч военных и 2,8 миллиона гражданского населения, включая жителей пригородов. Самым голодным периодом в блокадном Ленинграде был предновогодний месяц 1941 года, с 20 ноября по 25 декабря. Запасов продовольствия в городе почти не осталось, поставки блокировались. Именно тогда была серьезно урезана норма выдачи хлеба солдатам, которые сражались на передовой, по 500 граммов в день. Рабочим горящих цехов по 375 граммов, остальным труженикам по 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям всего по 125 граммов. Одним из самых длительных и героических сражений Великой Отечественной войны стала блокада Ленинграда, которая продолжалась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано силами Красной Армии раньше, 18 января 1943 года. В осаде города принимала участие не только немецкая армия, но и финские войска, а также добровольцы из Испании и эскадра ВМС Италии. С сентября 1941 года с внешним миром Ленинград связывал только дорога жизни по Ладожскому озеру и воздушные сообщения. Несмотря на трудные условия, в городе работали предприятия, например, Кировский завод. Часть населения, промышленности, была эвакуирована. В январе 1943 года в ходе операции «Искра» кольцо блокады было прорвано Красной Армией. Вскоре в город проложили временную железную дорогу по южному берегу Ладожского озера, что привело к улучшению снабжения и росту промышленного производства. Немецкая армия была разгромлена и отброшена от Ленинграда в январе 44 года в ходе наступательной операции, проведенной силами трех фронтов – Ленинградского, Волховского и Второго Прибалтийского. О блокадном Ленинграде написано много книг, статей и мемуаров, снят ряд художественных фильмов. Первый из них вышел весной 1941 года и назывался «Варежки».